Будущим муниципальным менеджерам нужны стажировки в правительстве Новосибирской области. С таким предложением к главе региона обратились новосибирские студенты в рамках разработки проекта «Сибирское лидерство». Чтобы обсудить идею подробнее, сегодня Андрей Травников пригласил их на встречу. Мое предложение состоит в том, чтобы за вузом закреплять организации коммерческие, но и также органы государственных властей, где руководитель отдела будет закрепляться за руководителем отдела будут два или более студентов. Очень многие заинтересованы в привлечении к себе будущих специалистов, тем более здесь такая уникальная возможность на очень взаимовыгодных условиях, фактически без каких-то расходов, сразу присмотреться к будущим выпускникам. В отношении органов власти это можно действительно через принятие решения. И мне кажется, это интересно, действительно интересно, такая форма стажировки. В числе других идей от студентов – капитальная модернизация ливневой канализации мегаполиса и строительство современного онкодиспансера. Глава региона предложил молодежи проявить еще большую активность и вступить в отраслевые рабочие группы по созданию стратегии социально-экономического развития, чтобы контролировать реализацию проектов.